Поисковые собаки должны уметь передвигаться не только по лесу или по пересеченной местности, но и также по осыпям, крутым склонам и через небольшие ручьи и реки, чтобы четвероногие помощники вместе со своими хозяевами могли преодолевать бурные потоки. Их приучают к альпинистскому снаряжению. Спасатели надевают на животное специальный жилет, который фиксирует лапы и тело и позволяет комфортно переправить собаку.